Приветствую вас. Мне кажется, по большому счету ваше сообщение, ваше письмо, это больше такие, знаете, размышления о своей ну, о своей жизни, о своей, там, дружбе, вот, и так далее. То есть это не похоже на то, что вы, значит, вы задавали вопрос. Вот. А после прочтения вашего письма, у меня остались вопросы по поводу того, чем конкретно мы можем вам помочь. То есть, чем конкретно вам нужна помощь. Давать какие-либо советы, ну, я бы, наверное, не стал. Вот. Потому что это не совсем корректно было бы. Мне кажется, что довольно плохо вы себя как-то вот чувствуете, довольно плохо как-то вы себя ощущаете, и мне кажется, что вам сложно говорить человеку нет, вот. Ну то есть вы пытаетесь человеку как-то угодить, пытаетесь ему быть удобным, в итоге получается то, что вы себя в общем и целом принижаете только. Ну, вот. И, на мой взгляд, вот я бы обратил ваше внимание пожалуй, что именно на это, вот, в первую очередь. То есть я бы обратил ваше внимание именно на то, что вы себя вот предаете, как бы, вот. А дальше уже смотрел бы на то, как вы хотите поступать и так далее. Есть у вас, как мне кажется, сложность еще и в том, чтобы принимать свои чувства, чтобы выражать свои чувства, да, свои эмоции, чтобы размещать их в контакте с другим человеком. Например, вы говорите о том, что вам сложно выражать свои эмоции на людях. Вы все время пытаетесь быть веселой, даже если таковой, как бы, веселой не являетесь. И, на мой взгляд, это как минимум странная позиция, вот, на мой взгляд, вот, потому что, извините, ну, получается, что вы не можете быть сами собой, получается, что у вас получается, что вы не можете быть сами собой. Получается, что вам трудно или тяжело быть самой собой. И мне кажется, что ваша задача заключается в том, чтобы научиться принимать себя такой, какая есть вы, в первую очередь, а не пытаться как-то вот подстраиваться, да, под, там, не знаю, под других людей,
так далее. Вот. То есть это, мне кажется, довольно таким важным моментом, важным элементом, мне кажется. Вот. А это то, что я могу вам сказать вот сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот то, что вам явно нелегко, что вам явно тяжело это делать. Вот, ну то есть вы пытаетесь, вот, то есть вы пытаетесь что-то сделать, да, вы пытаетесь, но у вас не получается это, вот, и, соответственно, возникает проблема. Вот. Ну, соответственно, возникает проблема. Вот. Поэтому мне кажется, что на эти два аспекта вам в первую очередь нужно обратить свое внимание. И уже потом, уже потом, после этого, после того, как вы разберетесь с этими моментами, вот, вы можете двигаться дальше, вы можете двигаться вперед и смотреть. Мне кажется, также, что вы себя в какой-то степени обманываете, когда говорите, что вот я простила, да, условно свою подругу. Вот. Почему я говорю, что вы себя обманываете? Потому что в действительности, как мне кажется, вы ее не простили. Вот. В действительности, как мне кажется, у вас не получилось это сделать. Но вы простили, чтобы быть с ней. Вот. А почему вы хотите быть с ней? Что вам нужно? В чем вы нуждаетесь? Вот это вопрос, на который, как мне кажется, вам нужно найти ответ. То есть вы в чем-то нуждаетесь. Опять же, на мой взгляд, ну, совершенно нетрудно догадаться, в чем вы нуждаетесь. Вы нуждаетесь в подпитке, потому что сами вы действуете на износ, да, то есть не позволяя, ну, собственно, не позволяя себе быть собой, как бы. Вот. И, соответственно, это вас, конечно, очень сильно истощает и делает зависимым. Вот. Как мне видится этот момент. Поэтому смотреть нужно здесь, на мой взгляд, именно в этих направлениях смотреть нужно, именно в этом направлении смотреть нужно вам, как мне кажется. Вот. Конечно, я могу ошибаться и могу быть неправ, но видится мне эта история вот именно такой. И если вы позволите себе быть более свободны, то вполне вероятно, что у
вас не возникало бы вопросов относительно того, что вам делать с подругой. Да, вот этих вот вопросов, почему мне тяжело ее отпускать, и может не стоило ее прощать. Вот. Потому что вы себя принижаете перед подругой, к сожалению, хотите вы этого или нет. Вот примерно такая история, примерно такой ответ я могу вам дать. Вот. А в основном это просто у вас как будто бы размышления. То есть вот вы можете перечитать свой текст и, в принципе, сами себе ответить на вопрос, где здесь вы настоящие, да, а где там, ну, а где, собственно, уже не вы, да, вот, а где там, что-то там, наиграно, да, вот, и так далее. Вот, я думаю, что не составит вам большого труда это сделать. Вот. Я думаю, что не составит вам большого труда с этим разобраться. Вот, наверное, как-то так и можно вам ответить на вопросы, которые вы задаете. А больше пока ответить возможности нет, потому что мы психологи не дают советов, вот, и чего стоит, а чего не стоит, я думаю, вы можете решить сами вполне, вот, когда будете себя лучше чувствовать, когда будете, к примеру, лучше себя понимать и ощущать. Вот. Ну а пока вам, конечно, это сложно, особенно если учесть, что работаете вы на износ. Вот. И особенно если учесть, что, ну, по факту, да, вы себя изматываете. И от этого, конечно, ну, от этого чувствительность, да, она как бы не повышается, это явно не повышается чувствительность от этого. Вот, наверное, как-то так я бы и ответил вам на вопрос, который вы задаете. Вот, поэтому на этом давайте закончим пока что. Вот. Я вам буду благодарен за обратную связь на мой ответ, да, чтобы вы как-то вот в этой обратной связи увидели, ну, чтобы вы увидели в этой обратной связи себя, чтобы вы увидели в этой обратной связи, на мой ответ, некоторое направление работы, вот, и чтобы вы могли начать работу над собой. Вот. Вам это, в принципе, мне кажется, было бы довольно полезно. Вот. Как-то так. На этом, я думаю, можно, в принципе, вполне мой ответ завершать, вот.
старайтесь о себе заботиться, вот, старайтесь больше прислушиваться именно к своему сердцу, да, то, что является одним из ключевых моментов, да, то есть вот, в том же, например, контексте прощения, это работает примерно так же, то есть вы, если чувствуете в себе порыв, да, если вы чувствуете в себе порыв простить, то вы прощаете, вот, если вы чувствуете, например, что не можете простить, вот, вы не прощаете, а так вот, ну, насильно, да, ну, как правило, это так не работает, ну, насильно. Нельзя насильно взять кого-то простить. Это, что называется, просто обман самой себя и все, не более того. Удачи вам, всего самого доброго, надеюсь, что ваши проблемы будут разрешены.